Ганошенко Виктория. Я живу в Украине, в городе Бровары. Всю жизнь я работаю кистью мастера-парикмахера, колориста. Совсем недавно у меня появилось новое хобби, и я взяла в руки кисть художника. Новое хобби меня очень впечатлило и, конечно же, вдохновляет на новые творческие работы. Я работаю акриловыми красками в стиле абстрактной живописи. Специально я нигде не училась. Моими помощниками есть уроки профессиональных художников на YouTube-канале. Мне очень нравится работать в стиле абстрактной живописи. И, конечно же, все творческие идеи я беру у природы. Потому что наша земля очень богата и, конечно же, впечатляет своими красками и разнообразием. Вашему вниманию я представляю картину в стиле абстрактной живописи и прошу ваши оценки на такую работу.